Айда спать. Вон сколько лотка воды тут. Ну все, вода будет. Вода будет прибывать после таких дождей. Сейчас вычерпаю воду. Там светло, там темно. Немножко так снежок начинался. А, Айда, никуда мы не поедем сейчас пока. Вот сколько воды дождевой. Думаю, не приду. Еще в эту ночь будет дождь идти. Или же резко так морозы ударят. Все замерзнет. Это осень, всякое может быть. Сегодня тепло. Завтра может и похолодает. Тула, не шатайте лодку. Траву. Траву снова жуют. Опять погода поменяется. Ну. Все. Ну. Вот. Игривая еда. Вон. Вчера я оставил жерлицу. Не двигается, тишина. Неужели никого нет? Понял? Совсем не понял, что там. Ребят, я думал, щука тут. Вон он. Ай, налим в озере. Надо же. Налим. Он не крупный. Как ты зацепился, пацанчик? Вон он. Вон. Налим, ребят. Не крупный. Но такой брать не буду. У нас никто налим не ест. И он так не такой большой вон. Давайте отпустим, пускай плавает. Это за всю историю, что я здесь охочусь. Иди гуляй. Вон. Все, ушел. Второй налим попадался вот здесь. Один, конечно, вот такой. Ну вот, с размером весла вот такой. Больше даже вот такой. Здесь видно вот такой. И это на сети попадало. Такой мощный. И самое главное, вот только высосал. А зуб, ну, ничего такого. Щука, чтоб подходила, нету. Вот здесь вот немножко высосано и вот тут. Ну, это собакам отдам. У меня вот два крючка всегда я ставлю. Потому что с одним крючком очень много схода. Вот два тройника тут стоит. Жалко, конечно, что щука не попала. Ну, и грузила небольшая. Крючки ржавые уже, блин. Зацепляю одним крючком. Так, получается, за губу, вон так, а второй под верхний плавник. Вот так. Ну и отпускаем.
бойко плавая там. Будем надеяться, что кто-то попадет. А такие маленькие налимы мне не нужны. И самое главное, очень редко она попадается на озере. Они... Ну, корм есть, тут плотвы маленькие, много. Этими питаются, наверное. Но тот, который побольше, вот такой, который попался, он весь черный такой, вот толстый был, блин, такой огромный был. Но это давно, очень давно это было. Здесь очень много коряг, прям вот так, бревна, очень много. И они, у меня жесткий этот стоит, он там, плотва, всплеск плотвы было. И там стоит, как бы, не разматывается. Вон, смотри, плотва поднялась. Ну да. Ага. Плотва играет, между прочим. О. С поплавком можно посидеть. Но сети у меня крупные. На сети они не попадут. С размером вот такие плотвы вон там играет сейчас. Такие на крючок так поймаешь, несколько штук. И на жерлице можно ставить. Вот еще жерлицы. Ну, здесь у меня нафига этих жерлиц вон. С двумя крючками. Один крючок вон сломан уже. Надо поменять крючки, уже заржавели. Дедовский метод. Самый простой. Из подручных материалов делал. Раньше этим очень много тоже занимался. Это сейчас я ленивый. Раньше чем только не занимался. Азарта очень много было. Энергии, азарта. Вот так. Ну, пока оставим еще сутки. Пока лед не встанет, можно тут следить за этим. Тула. Тула. Тулан. 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 Ну вот, вечереет уже, ребят. Пока бродили мы на лодке, там последний раз я снимал возле жерлицы тулана. Куда-то исчез он. Просто исчез. Не знаю, куда он ушел. Надо кормить их. Хрен его знает. Сейчас куда пойдешь его искать? Не лает нигде ничего. Тишина. А? Айда. Сейчас я накормлю тебя. Чего тут только нету. И суп, и остатки рыбы. Все. Вместе с кашей. Все съешь, добавлю. А бездельнику пока ложить не буду, как придет. Уж тогда в ту сторону мы ходили еще вот. В конец озера. Не знаю, что и думать. Себе на уме, собака, блин. Вчера также пришлось возвратиться, а там он, не знаю, как с каким зверьком. Короче, в дупле, который зверек был. Ай, блин. Вот тоже это не очень приятно так. Когда приходится собаку ждать. Именно ждать.
искать, ждать. Это нехорошо. Сучки, они все равно верные. Они не предадут, они не оставят хозяина. А кобель, он есть кобель. Да еще со странностями, если собака. Тулан. Есть такое у тулана. Поставил чайник. Растопил печку вон. И буду готовить ужин. Сегодня, наверное, сейчас я почищу картошку. С колбасой пожарю картошку. Лук туда закину. Картошка и колбаса вареная там. Каменногорская или какая там. Кроме этого, еще копченая колбаса есть. Еды море. Все стихло, вон самолет где-то слышно. Вот. И вообще штиль сейчас, полнейший штиль. Конкретно все стихло. Штормило вот целый день. Дождь был всю ночь и вот целый день еще. Потом как-то прохладно стало. Немножко снежок так выпал. А сейчас непонятно. Ну, холодно на улице. Сегодня, наверное, немножко заморозки также будут. Ладно, темно здесь снимать что-либо. Сейчас я под фонариком буду чистить картошку и готовить ужин. Объявился где-то тулан. Я услышал лай его. Вроде ниже по течению где-то. Где-то вон там. Лок! Тулан! Лок! 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 Тулан-лок! Лок! Лок! Где-то вон там далеко, очень далеко слышно чуть-чуть. Зачем он туда пошел вообще? Блин. Короче, такая картина, что тулан еще не возвратился. Режу лук вот таким макаром. Что он там потерял? Зачем туда он пошел? Ну вот, еще осталось закинуть туда колбасу. Еще посолить. Олег снова в темноте. Но пока так. Комфорта пока нет у меня. Ну вот такой. Такое блюдо сейчас буду жарить. Растительное масло еще не забыть. И потом в последнюю очередь еще колбасу закину. Тулан уже где-то рядом лайкнул. Лок! Тула! А? Тулан! Лок, лок! Да, он где-то рядом уже. Лок! Лок! Тула!
Ну, бродяга, блин. Нашел время бродить. Лёг! Опять тишина. Я слышал, слева услышал. Вон он. Ай, блин. А, весь сырой. Где ты бродил, Тулан? Я нервничаю тут. Ой, сейчас накормлю. Проголодался тоже. Шли. Молодец. Ночью даже работает. Вот, блин, собака. А, вот это да. Лок. Вот так чё где? Он перешёл, видимо, озеро. Сейчас накормлю тебя. Всё. Айда наелась уже там, целую миску съела. Всё. Добавки просит. Ой, давай тебе тоже. Ух-та, сейчас. Ты как беременная уже, толстая она. А, иди. Все. Сейчас, может, Тулан еще будет. А, молодец. Так, я думаю, что это Энли. Энли. Все. Смотрите, посадил. Ну, свободно так у него. Вообще, этот, смотрите. Оп, кенпет. Может так просто уйти он. Сколько места. Просто не догадывается и не вытаскивает голову. Ну, айда уже наелась. Все, все дома. Так, чайник закипел у меня. Вообще класс. Сейчас буду заваривать сейчас. Свежий чай будем заваривать. Ну и картошка там будет готова скоро. Это на печке у меня там. Все. Куда он ходил, по какому следу, не знаю. Это он только сам знает, куда он ходил. Все. Я завтра там пройдусь. Если за рябчиком на охоту схожу возле реки, там именно в той стороне посмотрю. Может, увижу, что. Вот такие дела. Ну вот и картошка поспела, ребят. Только что с плиты снял. Знаете, сперва, ну, очень долго греется эта плита. Вообще, как угли будут в печке, вот тогда уже начинается вот греться, и уже закипает чай или же вот картошка. Но первоначально я на костре там жарил картошку. Заодно позвонил домой. Короче, спросил, как погода, и неутешительная. Ничего хорошего мне не рассказали. Завтра, говорят, более-менее еще погода, а потом 2 дня проливные дожди. Не знаю, РП-5 ошибается или нет, но скажу вам, если дожди будут, я ждал снега, а вон как все выходит там, дожди мешают охоте. Дождливую погоду, конечно, ходить не так комфортно. Это когда снег выпадет, это интересно. Вот, когда ты все следы видишь там, или когда глухарь сидит на заснеженном дереве, вот это уже интересно. Вообще, я это время я люблю, вот поэтому я позже выехал на охоту, но
Пока не радует погода нас. Жарю картошку и думаю, как мне быть, что мне делать. Завтра хотел на рябчика сходить. Думал, рябчика погоняю без собак. Сегодня в холостую день прошел. Ну так, бытовуха была, все не снимал. Возле избы там что-то ковырялся там. Завтра не знаю, может... С собаками сходить подальше на целый день. Уф, пить хочу. Горячий чай, но не чувствую даже. Так хочется пить. Сейчас поужинаем и отдыхать. Что еще остается только нам? Время 6 часов. Между прочим, я сегодня до 11 дня, наверное, я спал из-за дождя. Ну, просто вот вырубался, потом просыпался, вырубался, просыпался. Смотрю, потом дождь перестал и вышел на улицу. На улице стоит. Ну что, попробуем. У меня жареная картошка. Надеюсь, видно. Вот. Тут картошка, колбаса, лук и морковь еще добавил. Обычно классическая еда. Вполне вкусно. Но все равно морковь все портит. Что бы ни говорили, но чуть-чуть сладость морковь дал. И уже не то. Многим нравится морковь, но я не любитель. Наслаждение получаешь. Так что если погода полностью испортится, но это так и будет, думаю, потому что рано или поздно дожди начнутся, чуть опоздал эта погода дождливая. Если дожди начнутся, я думаю, здесь долго тоже задерживаться не стану. Скажем, если я буду избушкой сидеть, какой от этого толк? Если будет погода, будем еще бродить. Если нет, будет, не будет погоды, я соберусь и уеду. Лучше когда-нибудь в следующий раз еще можно пешком прийти. Но этот поход на лодке уже все... Это последний поход. Больше на лодке походов не будет. Только или пешком, или на буране. Вот. Ну и рассказать, в принципе, сегодня мне не о чем. Как-то был разговор с матерью, с родной матерью дома. И... Как-то разговор пошел вот насчет прадеда. И знаете, оказывается, вот Арсентий, у меня вот, ну, так называя, так скажем, это кличка Арсенёлик. Вот Арсентия, вот это слово прошло, пришло ко мне, и так меня прозвали. В нашем роду был Арсентий. Тоже охотник был. И я узнал вот только, может,
Когда-то и рассказывали, но я не помню. Я сейчас вот также узнал, что этот Арсентий, охотник в нашем роду, на охоту ушел и так и не вернулся. И все, без вести пропал, и его не нашли. Вот такая история в нашем роду, оказывается, была. Арсентий, он, получается, пропал в лесу, без вести пропавший, исчез на охоте. Не знаю от чего он. Просто, может, умер. И не нашли, может, звери убили, не знаю. Конца этой истории нету. Дальше был... Как же... Вот, блин, память. Михаил, наверное. Тоже Михаил вроде был. Это, получается, уже сын у Арсентия, если не ошибаюсь. Он погиб на войне, тоже не вернулся домой. И... Следующий несчастный случай в нашей семье был, в нашем роду, это у родной матери брат утонул, о чем я говорил как-то ранее в истории, там тоже вот, ну, рассказывал, в зимнем походе, наверное, он утонул, на весенней охоте. И сейчас вот я ездил домой. Короче, год назад человек потерялся. Но непонятно, куда он ушел. Ушел и не вернулся. Кто-то думал, что он в городе. Кто-то думал, что он в лесу потерялся. И знаете, через год, вот сейчас, вот в начале октября, его нашли. Его нашли, ну, в тайге охотники, где-то от села примерно. Это надо точнее разузнать, я мельком не рассказали. Где-то примерно 10 километров, наверное, от села. И знаете, я на Таежную речку туда ездил, на восходе, на мотоцикле, по этой дороге, вот. Вот, когда я ездил, уже в то время, уже этот человек не был живых, оказывается. Это, или после этого уже он потерялся, но год, вот, примерно, я в конце сентября, нашли в октябре, это... Ну, чуть меньше года, больше года, получается, я ездил туда ранее. И, короче, охотник случайно наткнулся на него, на этот труп, этот уже кости у него. И опознание вроде как по одежде и по обручальному кольцу, как сказать... Опознали. Жена опознала. Одежда его, кольцо. И глаза, самое главное, вроде как медведи и звери не растащили тело. Ну, кости. Тела уже нету. Все. Вот. Надо точнее разузнать все это дело, конечно. А вот охотника, о чем я говорил, которого медведь разорвал, там маленький этот пакетик только костей осталось. Там все разорвало. Изгрызли все.
Не тоже недалеко от села. Блин. Подумаешь так. Сколько людей по всему миру так теряются и не находят. По здоровью, может, там теряются, умирают. Грибники, там ягодники, охотники. И в нашем роду тоже самое, оказывается, было дело. Вот так вот. Грустно бывает. Ну, в нашем селе это, считай, в прошлом году 2 человека потерялось, без вести пропавшие. Одного сейчас в этом году нашли, а второго непонятно, где он сейчас. Молодой человек, он моложе меня на несколько лет даже. Но он сильно выпивал. Может, хмель начался у него. Если это-то, конечно, хрен его знает, куда он пошел. А вот, как сказать, тоже один раз человек потерялся. Много историй в нашем селе. Криминала, знаете, сколько было? Есть. И самое главное, ни один криминал не раскрывается. Ни один. Только в кино это раскрывают. А здесь вот в реальности что-то ищут. Придут. Кошелек там кто-то украдет, того находят и посадят. А вот реально криминальное что-то, нет, бесполезно. Убийства были. Средь белого дня горло резали однокласснице моей. Хрен кто нашел его, кто это сделал. Одного потеряли тоже без вести. И нашли через год или на следующий год, летом, в реке. И самое главное, вроде как тело нормальное у него было еще. Сохранилось. Вот. Грустные истории рассказываю, но почему-то захотелось рассказать. Много этих без вести пропавших, убитых в селе. Криминала, я говорю, очень много. Жалко, что не находят тех, кто это делает. Вот. Что-то я чай напился. И есть уже не так хочется. Но все равно я сейчас покушаю, немножко поем. И спать не хочется сегодня. Первые дни вообще я меня вырубало. В это время я уже ложился до 6. Ложился и спал. Вот так. Посмотрим, что будет завтра. На сегодня буду заканчивать. В принципе, ничего такого не произошло в этот день. Никуда не ходили с ружьем. Только Тулан бродил в одиночку, куда-то ходил и все. Нормально хоть вернулся. Ладно, встретимся завтра. Посмотрим, что будет завтра. Сегодня Покров день был. 14 октября. Всем пока, ребят. До завтра.